Так, всем снова привет. У нас сегодня рыбалка, уже не крабалка. Я подготовил список того, на что будем ловить. То есть у нас будет люр, тюна, потом ред виглер, ред снайпер. И вот так вот все будет чередоваться. Люр, виглер. Вот так вот повторчик после 15-го заброса будет наоборот. Будем ловить именно на то, что у нас есть на даунлайте. То есть ловим воль шарк. Будем выбирать позиции именно даунлайта. Причем тюны я буду брать по минималке. Будут в основном бананы, снайперы, голда. Кабачки я не взял. Как-то вот совсем в них сомневаюсь. И их пленты. И вроде железо тоже, да. То есть нужно посмотреть. То есть, да, золото есть, железо, бананы, тюна, снайпер, все есть. Давайте не будем затягивать видео. То есть, у нас сейчас даунлайт, риглеров, люров у нас хватает. Будем начинать потихонечку. Поехали. Первый у нас люр тюна. А, подождите, сейчас удочки проверить надо. Удочки. Удочек у нас более чем достаточно. Бананы соберем. Ну, полетели. Люртюна. Ту-ту-ту. Люртюна. Поехали. Отлично. Риглер, снайпер. Понятно. Люр, бананы. Люр, бананы. Крабов, между прочим, я вчера не наловил вообще. Так, и риглер. Их плент. Вообще не ловятся крабы. Я не знаю, после крабалки, которая была последняя. Это какое-то издевательство. Они просто не ловятся. Так, люр снайпер. По-другому назвать никак не могу. Это странно. Люр снайпер. Понятно. Так. Риглер тюна. Вот я боюсь, что я могу на риглера с тюной поймать белую акулу. Поэтому я ставлю ее на минималке. Так, люр, снайпер. Люр, снайпер. Понятно. Так, риглер бананы. Бананы. Пробуем. Понятно. Так, люр голд. Будем пробовать люр голд. То есть пробуем все, что на даунлайт можно. Риглер снайпер. Так. Риглер снайпер. Понятно. Люр банана. Люр бананы. Пробуем. Мася, уйди. Люр банана. Риглер айрон. Риглер айрон. Айрон, айрон, железо. Понятно. Люр снайпер. Люр снайпер. Понятно. Риглер тюна.
хватит, мне кажется, мне риллера не хватит. Вроде должно хватать было. Ну ладно, так, первый список. А, нет, вот еще люр банана. Люр бананы. Процентовка очень маленькая. Очень маленькая. Так, опять риглер тюна. Угу. Процентовка крайне маленькая. Так, люр снайпер. Люр снайпер. Понятно. Риллер бананом. Ну, хоть что-то должно же пойматься, по идее. Так, люр их плент. Land. Поехали. Ясно. Риглер снайпер пробуем. Понятно. Люр тюна. И, о, ската поймали. Ха, прикольно. Люр тюна у нас скат. То есть вот о чем я и боялся. Процентовка маленькая и ловится люр тюна, да? У нас был, не, что у нас было? Отвлекся. Тюна. Люр тюна, да, у нас был. Теперь у нас риглер снайпер. Снайпер. Понятно. Риглер снайпер нет. Люр. Так, это какой у меня заброс был, подождите. 22-й, то есть, ага, это 8 позиций у меня осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Люр банана мне сейчас надо. Люр банана. Чуть-чуть, может, сбился немножко. Ну, давайте, люр банана. Ну, прикольно. Неплохая такая акробалочка у нас. Ловится все, кроме того, чего нужно. Так, был люр банана. Теперь у нас риглер голд. Голд, голда. Понятно. Так, риглер, люр, рюш, снайпер. Походу у меня люров немножко не хватает, надо брать будет. Опять риглер банана. Угу. Люр айрон. Железо. Люр. Люр айрон. Отстой. Риглер снайпер. Риглер снайпер. Ну, понятно. Все, у нас тут осталось две позиции. Это люр тюна. Люр тюна, вот она, и отстой тюна, и риглер банана.
Лир банана. Все. Последний заброс. И вот такая вот у нас получилась крабалка опять. Только в данном случае мы не на крабы ловим, мы ловим на вот этот вот такой прикольный список. То есть список полностью тюна, снайпер, банана, эгплант, голд, железо соответствует тому, что вот есть в данлайте. Тюна, снайпер, бананы, голда, ну кроме кабачка единственное, что железо. Собственно говоря, все есть, толку нет. В принципе, на этом я, наверное, буду и заканчивать видео. Вот такая вот рыбалка. Всем удачной рыбалки. Будем пробовать что-то дальше. Ну, точнее, будем пробовать все-таки на крабов, потому что процентовка очень маленькая на фишинге. Ну, что имеем, то имеем. Собственно, вот и все. Всем удачной рыбалки.